2015 года. Я хочу сразу всех успокоить. Никаких нововведений в этом году не будет. Единое национальное тестирование – это экзамен, который совмещает в себе выпускную оценку и оценки для поступления в ВУЗ. Он сдается добровольно теми, кто желает в этом году поступить в ВУЗы Казахстана. Проходить оно будет по той же самой технологии, те же самые 125 вопросов по 5 предметам, язык, история и второй язык, они обязательны, и 2 предмета, они по выбору. Рамки мы стараемся установить в большинстве пунктов тестирования, где есть массовые, но есть вопрос бюджетирования, приобретения разных возможностей в разных регионах. Во всяком случае, там, где не будет рамок, будут металлоискатели ручные. И мы постараемся провести эту процедуру очень корректно, очень вежливо по отношению к детям, и в то же время, чтобы не допустить с их стороны каких-либо нарушений. Часть технического оборудования, включая не только металлоискатели, но и камеры видеонаблюдения, подавители сотовой связи, приобретается за счет средств Национального центра тестирования. Часть этого технического оборудования приобретается местными исполнительными органами и высшими учебными заведениями. Сейчас мы уже в течение февраля месяца, наши сотрудники выезжали во все регионы. Проведено очень много семинар-совещаний, в том числе в онлайн-режиме. Этими семинарами охвачено около 70 тысяч человек. Это в первую очередь родительская общественность, выпускники, учителя, руководители школ, руководители местных исполнительных органов. И сейчас будет проведена учеба 1500 представителей МОН, которые поедут на места непосредственно и будут дежурить в каждой аудитории. Они получат соответствующий инструктаж.